Всем привет, с вами Владимир, канал «Все о шашках». И сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Quick Checkers. Ссылки для скачивания игры в Play Market и iOS находятся внизу под данным видео. Итак, после установки приложения мы попадаем на главную страницу. Вы можете участвовать в ежедневной лиге. Ежедневная лига – это где вы соревнуетесь с 50 игроками, чтобы выиграть серебро. Его можно использовать для эффекта в центре визуализации, выиграть и больше игр, чем остальные. Также приложение предлагает приобрести стартовый набор и возможность получить один эффект бесплатно. Также у вас есть возможность играть с друзьями. Можете пригласить друга или добавить друга по коду. В разделе «Новая игра» вы сможете сыграть с любым случайным соперником. В разделе «Награды» вы можете собирать награды. Вот, например, сыграйте игру, получите 250 монеток, выиграйте одну игру, получите 5 кристаллов и так далее. Посмотрите потом сами. Очень много наград. В разделе «Магазины» вы можете приобрести кристаллы или монеты. В разделе «Рейтинг» вы можете посмотреть свой рейтинг по своей стране, а также по всему миру. На данный момент самый сильный игрок в мире в игре — игрок под ником Каморли. 40 миллионов монет у него. Ну и в конфигурации вы можете изменить настройки, поменять правила. Например, доступны правила игры: английские шашки, международные шашки, бразильские шашки, русские шашки и турецкие шашки. Мы, конечно же, оставим русские шашки. Давайте попробуем сыграть несколько игр.
целом мне приложение Quick Checkers очень понравилось. Я планирую в нем иногда играть. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставим лайк. Подписываемся на наш канал. Не забываем нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.